Сергиевом Посаде появились новые знаки, запрещающие стоянку автомобилей. Они установлены по запросу служб, которые чистят дороги, собственников зданий и по жалобам водителей общественного транспорта. Так, например, теперь нельзя парковаться вдоль фасада туркомплекса «Посадский». Здесь могут стоять только туристические автобусы. Еще один знак, запрещающий парковку с 8 утра до 11 вечера, появился на улице Рыбной. Раньше здесь легковушки всегда мешали общественному транспорту заезжать на остановку. Планируется, что ситуация изменится, и маршрутки не будут останавливаться в полосе движения. Ограничения коснутся также жителей домов 7 и 11 по улице Чайковского. Ночью нельзя будет оставить машину на Сергиевской у дома номер 21. Обращать внимание на четные и нечетные дни придется паркующимся на улице Школьной в Риммаше. Ответственный за дороги и транспорт в районной администрации Андрей Досовицкий также настоятельно рекомендовал водителям соблюдать указания уже существующих знаков. Это касается вот улицы Воробьевской, особенно Воловой, Дружбы. Ну, те вот больные места, где сужается ширина проезжей части. Такое письмо направлено уже в адрес ГИБДД, значит, чтобы они плотно поработали. Что касаемо домов, жил в массивах, где люди все время спрашивают, где нам ставить машины. Ну, здесь хочу сказать, что необходимо соблюдать правила дорожного движения, а где ставить машины, человек должен уже подумать сам. То есть в ближайшее время активно начнут действовать эвакуаторы там, где автомобили мешают работе снегоуборочной техники. Районные власти обещают, что в летнее время знаки, установленные для удобства работы крупногабаритных уборщиков, будут зачехлять. Оксана Мирошникова, Антон Коврижных, программа «События».